случае. Циферки бегут? Да, с ним кнопочку. Да. Бегут? Давай. Ну, чудесно. Значит, мы хотим сравнить вот это вот лоза, это вот самое простое виноградное ракия, да? Да. То есть, ну, чача по-русски. Типа граппы. А вот это вот, это вот крапива. Говорят, очень полезно для, помогает при ревматизме, анемии, очищает кровь и укрепляет иммунитет. Представляешь? Оздоровитесь. Цвет нравится мне, совершенно крапивный. Посмотри, как красивый. Да, цвет красивый. А ты попробуем, что это. Давай. Гораздо лучше, чем эта крапа дурацкая. Правда? Попробуй. Отлично. Все?